Да. А я могу... А, ну да. Ребята, привет! Добрый груз, здесь снова Лиля, я Анатолий. Погода замечательная, даже солнце светит. Лиле, конечно, не нравится. Ей нужно пасмурное, чтобы был ветер нормальный. Я экстрим люблю. Да. Это для детского сада. Ну да, это не для таких, как я. Ну ладно, Лиля, скажи, идти назад, идем назад. Вперед, вперед. Все. Здесь засадим, короче, времени не садимся. Хорошо. Готова? Пошли назад. Идем. Молодец. Готова идти вперед? Угу. Вот сейчас, пошли. Пошли, пошли. Все, садись. Умница, молодец. Сидишь, сидишь. Молодец. Ух ты! Коленку левую сейчас вверх сделай, пожалуйста, так. Я тебя усажу. Хорошо. Правую коленку вверх сделай. Ай, хорошо. Ой, сегодня и видимость намного лучше. Ну, тебе ж такая не нравится. Дай я покажу видимость. Вверх, да, уже? Нашу тень.
Да, отлично. Качает. Получаю огромное удовольствие. Нет. Ага.